Так, сегодня буду опять солить красную рыбку, урвал по просто сказочной цене 15 франков, 15 евро килограмм, вот, 1217 евро. Буду в гималайской и пакистанской соли мариновать. Так, чем буду мариновать? Соль с 7 приправами, пакистанская соль, гималайская соль, сахар, кориандр и базилик. Нет, не базилик. Это тмин. Черный молотый перец, белый молотый перец, красный молотый перец. Ну, сейчас рыбку буду в этом мариновать. Так, все так тщательно перемешаем. Так, в сторону, где чешуя, обмакиваем просто в соль. А где мясо, в нашу приправу. Так, а теперь сейчас другие будем наоборот. Ну вот, завтра уже можно будет кушать. А это сейчас мы так сверху подсыпем остатки. Вот, завтра будем снимать пробу.